Бодрого дня, на связи Константин Волков. И сегодня я поделюсь с вами потрясающей возможностью зарабатывать большие деньги на банковских продуктах. С помощью этого простого способа вы сможете легко закрыть любые ваши финансовые цели. Без вложений, без кредитов, без ипотек и без рисков. И все это полностью законно и легально. Никаких серых модных схемочек, хайпов, инвестиций, лохотронов и пирамид. Досмотрите видео до конца, обещаю, вы все поймете. Но прежде чем начать, хочу сказать, что за 11 лет деятельности в интернете я не встречал ни одного более доступного, быстрого и простого способа заработать с нуля, без вложений, не обладая никакими навыками работы в интернете. Конечно, я говорю о законных способах. И что еще мне нравится, так это то, что помимо получения дохода, мы повышаем нашу финансовую грамотность, экономим на ежедневных покупках и учимся умно распоряжаться нашими деньгами. Но обо всем по порядку. Знаете ли вы о том, что банки платят комиссионное вознаграждение за каждую выданную ими банковскую карту, дебетовую или кредитную? Банк платит от 200 до 4500 рублей за одну выданную карту, и эти деньги получают банковские агенты или сайты-агрегаторы, такие как, например, Банки.ру или Сравни.ру. Каждый раз, когда человек оформляет кредитную или дебетовую карту, кредит или быстрый займ, сайты-партнеры получают от банка вознаграждение. За что? Ну, конечно, за приведенного клиента. И между банками развернулась целая битва за клиентов, поэтому они готовы платить хорошие деньги за привлечение к ним новых людей. По официальной статистике, российские банки стремительно увеличивают расходы на рекламу, и всего за один год они выросли на 15%. А по прогнозам аналитиков, до конца 2025 года банки выпустят 280 миллионов банковских карт. Для банков схема привлечения новых клиентов через прямые рекомендации простых людей самая эффективная и низкозатратная, потому что они выплачивают вознаграждение постфактум, то есть когда клиент уже оформил их карту. Вообще система рекомендаций работает уже очень давно. В такси Uber платили 500 рублей за приведенного друга. Тинькофф и сейчас платит 500 рублей. Но здесь нельзя заработать много, так как вы сами просто не сможете, вы не в состоянии привести такое огромное количество людей. И партнерские программы для банков – это нормальная практика. Вот только вознаграждения раньше, до недавнего времени, могли получать только крупные площадки. Но сегодня такая возможность появилась у нас с вами. У каждого человека и у вас тоже. Для начала рассмотрим классические схемы. Обычные люди, пусть это будут условно Катя и Петя, приходят в банк, оформляют дебетовые или кредитные карты или какие-то займы. Банковский работник оформляет и получает за каждую выданную карту вознаграждение от своего банка. Зарабатывает сотрудник банка. Другая схема. Катя и Петя не пошли напрямую в банк, а зашли на один из сайтов-агрегаторов, типа банки.ру, сравни.ру и другие. На сайте они выставили желаемые параметры, чтобы подобрать банковский продукт. Далее выбрали подходящие варианты, перешли на сайты банков и оформили онлайн-заявку. После получили свои карты в отделении банка или курьером. Кто заработал в такой схеме? Правильно, сайт-агрегатор. Учитывая очень большую посещаемость таких сайтов, они неплохо зарабатывают. Что в этих схемах не так? Да все так, только мы с вами не зарабатываем. Мы не являемся банковскими сотрудниками или владельцами сайтов-агрегаторов. Поэтому была придумана еще одна схема. Все те же Катя и Петя обратились за выбором банковских карт на платформу Cashback.ru. Там выбрали выгодный для них продукт, точно так же дальше перешли на сайт выбранного банка, оформили онлайн заявку, получили карты на дом или в отделении банка. Как же они при этом заработали? Все просто. Давайте сначала посмотрим, что за такая платформа Cashback.ru. Платформа Cashback.ru является посредником между человеком и банками, но вместо прямой рекламы банковских продуктов дает возможность простым людям зарабатывать на рекомендации банковских продуктов по принципу «от человека к человеку». Банк выплатил вознаграждение за выданные карты новым клиентам платформе Cashback.ru. Платформа, в свою очередь, распределила это вознаграждение по своей партнерской программе. И в этом случае заработали те, кто рекомендовал Кате и Пете заказать карты через Cashback.ru. И сами Катя и Петя получили свое небольшое вознаграждение. Еще раз более детально, чтобы 100% было понятно. Первое. Катя рекомендовала Пете оформить банковскую карту через платформу Cashback.ru. Дала ему свою партнерскую ссылку. Второе. Петя там зарегистрировался и выбрал интересную и выгодную ему банковскую карту. Третье.
Оформил заявку на сайте банка по ссылке из кэшбэк.ру. 4. Получил карту. 5. Банк выплатил установленное оговоренное вознаграждение платформе. 6. Платформа выплатила вознаграждение Кате за то, что привела Петю. От 10 до 40% от общей суммы, в зависимости от того, какой у Кати сейчас статус партнерства согласно маркетинг-плану. И Петя тоже получил 20% от общей суммы, то есть оформил бесплатно карту, еще и заработал. На платформе кэшбэк.ру существует 9-уровневая партнерская программа, и все 100% вознаграждения от банков распределяются среди партнеров. Сколько же на это можно заработать? Давайте посмотрим первые результаты партнеров платформы кэшбэк.ру. Итак, здесь мы видим 13 008 рублей, 35 188 рублей и 297 гривен, 10 959 рублей, 13 464 рубля. И сейчас предлагаю наглядно посмотреть, как это работает. Для этого мы перейдем в сервис кэшбэк.ру, в мой кабинет и зайдем в раздел партнерской программы. Итак, мы находимся в моем личном кабинете платформы кэшбэк.ру и видим, что всего заработано 11 010 рублей, но эти средства я еще не получил, так как мы работаем официально с банками, а как вы сами понимаете, банковские процедуры – это достаточно длительный процесс. И выше мы видим строчку «Ожидает начисление 10 513 рублей». Средства будут начислены после подтверждения рекламодателя, в некоторых случаях процесс может длиться до 45 дней, но обычно быстрее. Простыми словами, как только банки выполнят все свои необходимые процедуры и перечислят вознаграждение по договору на платформу кэшбэк.ру, эти средства я тут же получу на свою банковскую карту. Давайте перейдем в каталог и посмотрим, какие банковские продукты мы можем оформить. Это кредитные карты, микрозайм, рефинансирование кредита, потребительский кредит, дебетовые карты, расчетно-кассовое обслуживание для индивидуальных предпринимателей, ипотека и ОСАГО. То есть, когда вы рассказываете о платформе кэшбэк.ру другим людям, они регистрируются на платформе по вашей партнерской ссылке, оформляют здесь любой продукт, и вы получаете за это вознаграждение. И далее те люди, которым вы рассказали об этой возможности, точно так же делятся ей в своих социальных сетях, рассказывают коллегам, партнерам, друзьям. Они тоже подключаются на эту платформу, также оформляют здесь банковские продукты, или ОСАГО, или кредитные карты, или микрозаймы, и вы снова получаете вознаграждение. То есть здесь 9 уровней партнерской программы. Из каждого этого уровня вы имеете возможность получать вознаграждение. Давайте очень быстро пробежимся по продуктам. Дебетовая карта – самый популярный продукт. Один маленький нюанс. Я записываю это видео в период новогодних праздников, и многие банки временно приостановили свои офферы, то есть свои предложения. И на данный момент мы, в принципе, видим не такое маленькое количество предложений, но как только банки полностью включатся в работу, этих предложений будет больше. Дальше мы видим здесь следующие цифры. Все 990 рублей, 850 рублей, 720 рублей, 510 рублей, 390 рублей и так далее. Что это означает? Это означает, что когда кто-то по вашей партнерской ссылке заказывает эту карту, то банк выплачивает вознаграждение платформе кэшбэк.ру в размере этой суммы. И вся эта сумма распределяется по партнерской сети. То есть вам достается не все 100%, а от 20 до 40% в зависимости от того, какой статус партнера на текущий момент вы имеете. И далее я расскажу о партнерской программе чуть более подробно. Что нужно сделать для того, чтобы начать рекомендовать платформу и зарабатывать здесь деньги? Нужно самим оформить банковский продукт. Посмотрим категорию «Кредитная карта». И мы видим, что банки выплачивают гораздо более солидные суммы вознаграждения за оформление кредитных карт. Ну, естественно. И бояться кредитных карт тоже не нужно. Нужно просто грамотно использовать их возможности. Вот здесь есть статья «Льготный период кредитных карт». Вы можете с ней познакомиться, почитать и понять, как это работает. Следующий раздел, который мы посмотрим, это ОСАГО. То есть вы или те люди, которым вы рассказали данной возможности, могут зайти в калькулятор ОСАГО и выбрать здесь удобную и максимально выгодную для них страховую компанию и, соответственно, оформить ОСАГО онлайн. А вы, соответственно, с этого получите от 10 до 17% комиссионного вознаграждения. И еще одна категория – микрозайм. Здесь нужно обратить внимание на то, что платформа кэшбэк.ру работает не только в России, но также и в Украине и Казахстане. О том, как и какой выбрать банковский продукт для того, чтобы было максимально выгодно, я расскажу в следующем видео. А сейчас отвечу на наиболее популярный вопрос: а зачем мне еще одна банковская карта, если их и так у меня уже достаточно? И первое, о чем хочется сказать, это условия платформы кэшбэк.ру. То есть для того, чтобы
была возможность у вас зарабатывать, то есть для того, чтобы стать партнером платформы Cashback.ru, вам необходимо выполнить это условие, то есть оформить любой продукт из того каталога, который вы видите на платформе. И второй момент – это финансовая грамотность. Действительно, если подойти к этому осознанно и серьезно, то вы можете подобрать такую банковскую карту, с помощью которой сможете экономить на ваших покупках. И для этого вам необходимо внимательно изучить каждый банковский продукт. Например, я выбрал банк Home Credit, заказал карточку «Польза», и что я с этого получил? Давайте нажмем кнопку «Подробнее» и посмотрим на условия. И перейдем к условиям по этой банковской карте. Итак, мы видим, что выпуск карты осуществляется бесплатно, обслуживание первые 2 месяца тоже бесплатно, и следующие месяцы идут по 99 рублей, либо тоже бесплатно, если покупки по карте превышают 7000 рублей за месяц. Хорошо, с этим разобрались. Выпуск карты бесплатно, первые 2 месяца обслуживания тоже бесплатно, потом, если вам эта карта будет не нужна, вы просто ее закрываете и все. Но чем мне была выгодна эта карта? Она была выгодна мне кэшбэком. Дело в том, что до 31 января 2021 года проходит акция, по которой я получаю 15% с любой покупки кэшбэком. То есть я каждый день совершаю покупки в привычных мне магазинах, продукты, аптеки, АЗС, кафе и так далее. И за каждую покупку начисляется кэшбэк в размере 15%. И что самое важное, это то, что этот кэшбэк я могу вывести обратно себе на банковскую карту. То есть сначала начисляется баллами, 1 балл равен 1 рублю, а далее эта сумма перечисляется обратно на карточку. Таким образом, я потратил 10 тысяч рублей и вернул 1500 рублей живыми деньгами. То есть, по факту, я точно так же потратил бы эти 10 тысяч рублей, но не получил бы обратно 1500. А в случае с использованием данной карты, я получил обратно 1500 рублей. После того, как вы выбрали выгодную вам банковскую карту, вы нажимаете кнопку «Подать заявка», вас переадресует на сайт непосредственно банка, там вы оформляете заявку, все классически, ничего сложного, и эта карточка вам либо приходит домой, либо вы забираете ее в отделении банка. Перейдем в раздел «Партнерка» и видим, что есть 9 уровней партнерской программы или карьерной лестницы. Для этого вам не нужно что-то высчитывать, здесь есть специальный калькулятор. Итак, давайте сейчас посчитаем ваш потенциально возможный доход. Для этого в первой строчке мы укажем количество человек, которым вы рассказали о данной возможности, они зарегистрировались и, соответственно, заказали здесь свою банковскую карту. Допустим, это будет 10 человек. Далее, каждый из этих 10 человек пригласил по 5 человек. И средняя выплата в сеть составила 1300 рублей. И в данном случае вы заработаете по итогу 2 миллиона 32 160 рублей. И здесь очень важно понимать, это математический расчет при данных параметрах. То есть, при условии, что каждый из 10 человек пригласить по 5 человек и средняя выплата в сеть будет 1300, то в этом случае вы заработаете вот такую сумму. Но, скорее всего, наверное, в процентах 99,9, наверное, даже ближе к 100%, такого не случится. Кто-то из этих людей не пригласит 5 человек, кто-то пригласит всего одного или двух, кто-то забудет, кто-то что-то еще и так далее, и так далее. И средняя выплата в сеть тоже может быть не 1300, а какая-то другая сумма. Поэтому, естественно, по итогу у вас будут другие цифры. Но этот калькулятор показывает вам максимально возможный потенциал, то, на что вам нужно ориентироваться, то, какую цель вы ставите. Смотрите, если мы поставим здесь цифру 10, то есть каждый из тех 10 человек, которых вы пригласили на эту платформу, оформил банковские карты и рассказал об этом 10 человекам, и средняя выплата в сеть будет, давайте пускай возьмем 1000 рублей, в этом случае ваш потенциально возможный доход 33 миллиона. Я понимаю, что цифра может показаться вам большой, но на самом деле для банков это просто пыль, это мизер. Итак, еще раз, для чего нужен этот калькулятор? Для того, чтобы вы поставили цель и увидели конечный результат, к которому вы хотите стремиться, к которому вы хотите прийти, которого вы хотите достичь. И вы понимаете, что если вы включитесь на полную, то можете пригласить 100 человек. И каждый из этих 100 человек, допустим, пригласит всего лишь по 5. И средняя выплата в сеть составит 1000 рублей. В данном случае итого будет 15 632 тысячи. Почему нет? Да, кто-то из этих 100 человек не будет приглашать вообще никого. А кто-то пригласит 5, кто-то пригласит 10, кто-то 15, кто-то 20, а кто-то 50. И если мы усредним, в принципе, вот эти вот цифры,
то вообще-то, в принципе, возможен такой результат. Очень важно не думать о том, а кто же будет сюда подключаться. Да сюда подключаются огромное количество людей, потому что это без вложений, это без рисков. Мы работаем официально с банками, мы повышаем свою финансовую грамотность, мы экономим на покупках. То есть здесь плюсы абсолютно очевидны для каждого человека. И если настроиться на большой результат и поставить цель 100 человек, то в этом случае вы будете совершать совершенно другие действия, нежели если бы вы подумали, что «А кто тут будет подключаться? Ну что я там могу? Максимум там 2-3 человека». Нет, поставьте себе большую, амбициозную цель для того, чтобы заработать здесь по максимуму. Здесь это реально. Банки будут выплачивать эти деньги. Почему? Потому что они получают новых клиентов. И пусть у вас не получится пригласить эти 100 человек, но вы пригласите максимально возможное из вашего потенциала. То есть вы выложитесь по максимуму и получите максимально возможный результат. Но я вам хочу сказать, что у каждого из вас есть шанс получить этот максимальный результат. Потому что у меня для вас приготовлены все инструменты для того, чтобы вы могли приглашать на эту платформу большое количество людей. У меня готовы автоворонки, чат-боты, продающие видео, продающие структуры, сообщения и так далее. Ну что ж, я надеюсь, вы вдохновились этими цифрами, и давайте перейдем к тому, что нужно сделать прямо сейчас. Итак, чтобы выжать максимум денег из банков, нам нужно, первое, оформить карту с большим вознаграждением, или не одну, а две или три карты. Второе, рассказать об этой возможности своему теплому окружению, то есть своим друзьям, коллегам по работе и так далее, то есть максимальному числу людей. И если человек открыт к новой информации, если он адекватно ее воспринимает и ищет для себя новые источники дохода или как минимум возможность сэкономить, то он обязательно тоже подключится. То есть здесь все очень просто работает. Вы показываете, смотри, вот я оформил вот такую-то карточку, сейчас экономлю и получаю 15% кэшбэк, например. То есть почему бы не показать эту возможность другим людям и при этом еще и заработать. Когда человек включится, он поймет, что здесь тоже можно и подзаработать, и тоже начнет в этом направлении действовать. Потому что это просто, быстро, бесплатно, не надо ничего вкладывать, это законно и нет никаких рисков. Вообще сегодня с доходами огромная беда не только в России. Бизнесы закрываются, зарплату режут, людей увольняют, и деньги нужны всем. Глупо упускать такие возможности. Третье. Сделать это максимально быстро, прямо сразу после оформления карт на себя. Третий пункт играет решающую роль в формировании вашей будущей прибыли. Это очень важно. Сейчас поясню, почему надо делать все быстро. Скажите, вот вам самим как бы хотелось с какими партнерами работать? С теми, кто медленно вникает в тему, потом еще неделями думает, сомневается и так ничего и не делает? Или все-таки с теми, кто быстро понял и тут же включился? Я уверен, что вы выбрали второй вариант. А что нужно для того, чтобы находить именно таких людей? Правильно, нужно самим стать таким человеком. Тем более думать-то здесь особо и не надо. Рисков нет, вложений нет, выгода очевидно, красота. И вот эти простые и легкие действия дадут вам уже сейчас быстрый результат, который будет нарастать как снежный ком, если ваши партнеры также будут совершать те же действия в том же порядке, также быстро, и это все элементарно. Но можно еще ускорить именно большие результаты. Рассказываю, как именно. После быстрого старта со своим ближним кругом подключаем максимум людей в эту тему уже из социальных сетей. Что нужно сделать прямо сейчас? Первый этап. Зарегистрироваться на платформе cashback.ru, сразу выбрать карту, оформить и заказать ее. Прямо сегодня, прямо сейчас, не надо откладывать. Быстрее начнете, быстрее заработаете. Пока вы думаете, другие партнеры уже вовсю рассказывают об этом другим. И рано или поздно они точно дотянутся и до ваших друзей в социальных сетях, и вы будете кусать локти. Это ваши упущенные возможности, которые не вернуть. Этап номер два. После оформления карты сразу рассказать о возможности зарабатывать на банках своим друзьям и коллегам и мотивировать их сделать то же самое, также быстро, просто показав им это видео. Условия получения видео – всего лишь оформленная вами карта. То есть вы просто становитесь партнером первого уровня, показываете скриншот, и я предоставляю вам это видео, либо предоставляет тот партнер, который сейчас уже работает по этой системе. И третий этап – подключаем масштабирование и автоматизацию. Тот самый инструмент, о котором я вам сказал выше. И чтобы замотивировать вас взять у меня чат-ботов и использовать их для подключения новых партнеров, у меня есть маленькое условие, которое будет выгодно и вам, и мне, и всем партнерам, которые будут уже под вами. Вам нужно всего лишь оформить карту первое себе, пригласить двух партнеров и сделать так, чтобы они тоже заказали карты. То есть вам нужно стать партнером второго уровня. Далее присылаете мне скриншоты, что вы стали партнером второго уровня, и я передаю вам всех чат-ботов и все инструкции. И дальше вы точно также сможете передавать этот автоматизированный комплект уже своим новым партнерам при выполнении тех же условий, и ваш доход быстро растет.
Я уверен, у многих из вас сейчас есть сомнения, вопросы и возражения. Чтобы у вас сложилась полностью понятная картинка, пробегусь по наиболее частым из них. Первое – это лохотрон. Скорее всего, так часто говорят люди, подразумевая, что здесь ничего не выплатят. Смотрите, есть платформа, у которой заключены официальные юридические договора с банками. Как вы думаете, банки будут работать с лохотронами? По-моему, ответ очевиден. Дальше, с этой платформой сервис кэшбэк.ру также заключил официальный юридический договор. И в данном случае сервис является посредником между банками и потребителями через крупную платформу. Законно и легально. Но сервис не сам рекламирует банковские продукты, а делает это через нас, рекламных агентов, по сути. Зарабатываем мы, зарабатывает сервис, всем хорошо. Что касаемо самого сервиса кэшбэк.ру, здесь также все надежно. Это проект известной платформы ProstoGame, которая работает с февраля 2020 года. Имеет юридическое лицо, работает через официальные платежные сервисы, то есть полностью в белую, никаких серых схем или там переводов на Pair, Perfect Money, криптовалюты и тому подобное. То есть деньги выводятся здесь каждый день официально на вашу банковскую карту. Дальше, у нас есть свой чат, чат платформы кэшбэк.ру, где вы можете задать любые вопросы по работе, где отвечает сам основатель платформы Евгений Пронягин, за плечами которого уже не один успешный IT-проект. И два самых известных – это ProstoGame и Social CRM. Вообще, если смотреть более широко, то кэшбэк.ру – это не просто, знаете, какой-то проект для заработка. Это платформа, которая имеет миссию повышения финансовой грамотности населения, которая передает знания и ценности. Вот есть новостной канал, да, где публикуются разные новости. Вот сам непосредственно Евгений Пронягин такие кругляшочки записывает, где-то что-то отвечает на вопросы, какие-то новости рассказывает. Вот. У нас есть вот такие вот макеты, да, то есть, которые можно использовать в рекламных целях. Ну, то есть, соответственно, работа идет полным ходом, и мы только на самом деле стартовали. А еще такой момент, после открытия первого уровня, то есть, когда вы сами оформили банковскую карту, вам открывается доступ к курсу «7 шагов к новой жизни» от психолога и гипнотерапевта Алексея Гущина. То есть, еще раз скажу, что платформа кэшбэк.ру заточена не просто под заработок, но и под личностный рост, под развитие своего мышления, под прокачку своего денежного мышления. Поэтому очень классно, что мы имеем на одной платформе уже, ну так скажем, не только возможность зарабатывать, но и прокачивать себя как личность. И, кстати говоря, на банковских продуктах компания не собирается останавливаться. Будут подключаться очень мощные денежные направления, на которых мы будем зарабатывать также достойные деньги. То есть это не проект однодневка, это не сайтик, который состряпал на коленке какой-нибудь мальчик-программер. Это большая слаженная команда профессионалов, работающих в IT-сфере уже больше 5 лет. И это тренд на сегодня. Компания внедряет новые инструменты для того, чтобы дать возможность зарабатывать нам и самим зарабатывать тоже, естественно. Плюс здесь мы также имеем еще и обучение по продвижению в социальных сетях, по автоматизации работы в социальных сетях, но об этом я расскажу уже непосредственно в нашей обучающей системе. Еще часто говорят о том, что это пирамида. Опять же, скорее всего, люди говорят о финансовой пирамиде, не так ли? Хорошо, какой самый главный признак финансовых пирамид? Деньги вышестоящим платят вновь пришедшие люди. Так? И нет продукта. В нашем случае мы ничего не платим. От слова совсем ноль. Деньги платят нам не другие люди, а известные банки России. За конкретный продукт, банковские карты. Банки платят вознаграждение за то, что мы привели им нового клиента. Еще раз. Деньги платят банки за наши, по сути, рекламные услуги. Мы привели клиента, нам за это заплатили. Ну и кроме того, в России вообще запрещены финансовые пирамиды законодательно. Как вы думаете, банки будут сотрудничать и заключать официальные юридические договора с пирамидами? Ну, по-моему, ответ здесь очевиден. Третье. Не хочу связываться с банками, не нужна еще одна карта. Очень популярная отмазка, чтобы не сделать самому себе хорошо и не заработать много денег. Денег мне не хватает, свожу концы с концами, но использовать простейшую возможность очень хорошо заработать я не буду. И пусть не будет еще хуже. Это такой клинический мазохизм. И есть две позиции. Позиция клиента и позиция предпринимателя. Позиция клиента или рядового потребителя, и когда вы начинаете думать, зачем мне карта, я не хочу платить еще за одну карту, какую выбрать, я боюсь связываться с банками, а вдруг, а что если и тому подобное. Есть позиция предпринимателя. Вы увидели возможность заработать очень много денег в перспективе. Вы понимаете, что никогда раньше не встречали более простого способа сделать деньги без вложений, без тысяч партнеров, без продаж, без страха быть обманутым или вляпаться в какой-то развод. Полностью официально, легально. Все, что нужно сделать, оформить самому себе карту
с помощью которой экономить на покупках, и рассказать об этом другим, чтобы они сделали то же самое. Все. Притом карта действительно может быть очень выгодной, и вы будете ей пользоваться. И банки готовы драться за клиентов. Предлагают очень много выгодных условий по кэшбэкам, начислениям, бонусам в разных категориях товаров и так далее. Это называется финансовой грамотностью или умным потреблением. В конце концов, ну, стала не нужна вам карта, закройте ее через бесплатный период обслуживания и не забивайте себе голову. Или, может, вы знаете, как еще легально зарабатывать на банках? Один из самых важных навыков сегодня – это мышление предпринимателя. Научитесь думать как предприниматели, перед вами откроются невероятные возможности. Платформа Cashback.ru – одна из таких шикарных возможностей. Задайте себе такие вопросы. А готов ли я совершить сейчас простое действие, бесплатно заказать банковскую карту и рассказать об этом своим друзьям, знакомым, коллегам, ради того, чтобы заработать на машину или квартиру, не прикладывая каких-то сверхусилий, и послать к черту ипотеки и кредиты? У меня есть другие варианты, как быстро, без вложений и рисков сделать это. А что если получится? Вот только представьте, уберите сейчас в себе скептика хотя бы на минутку. Что если получится? Я же ничего не теряю, наоборот, приобретаю новые знания бесплатно, учусь экономить на покупках. Что если получится? Заработать деньги законным способом, ничего не вкладывая. Так может, стоит попробовать? Если готовы и понимаете, что других вариантов нет, вы наш человек. Если нет, мне очень жаль вас, правда. Проходите мимо сундука, набитого золотом. И вляпывайтесь, вкладывайте последние деньги в очередные баблосборники, хайпы и чистой воды пирамиды. Если вы готовы начать прямо сейчас, жмите ссылку на регистрацию на платформе cashback.ru под этим видео, выбирайте карту, заказывайте и встретимся в обучающем боте.